В Москве стартовала всероссийская программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». На сегодняшней пресс-конференции она прошла в онлайн-формате. Организаторы мероприятия рассказали о том, как подать заявку и каким будет новый сезон. За 5 лет было проведено более 300 экспедиций, в которых приняли участие 3500 человек. Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты получают возможность проявить свои профессиональные компетенции, отправиться в экспедицию для работы над реальными проектами развития российских регионов. Ну а региональные команды получить поддержку лучших молодых специалистов страны. Уже в этом году мы планируем сопровождение 50 экспедиций.